в Одессе открылась выставка, посвященная 25-летию пребывания на кафедре митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Называется она «Так да светит свет твой пред людьми». Расположена экспозиция в городской художественной галерее Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. На торжественном открытии прозвучало немало добрых слов в адрес юбиляра. Подробнее о поздравлениях и экспонатах в следующем сюжете. 25-летию пребывания на кафедре высокопреосвященнейшего митрополита Одесского Измаильского Агафангела Одесская епархия, Департамент культуры и туризма Горсовета, Областной совет мира, Музей христианской Одессы и Городская художественная галерея подготовили масштабную выставку, которая отображает неутомимую многоплановую деятельность владыки. На торжественное открытие выставки в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре собрались представители церкви, политическая, научная, творческая элита города, прихожане. С приветственным словом к присутствующим обратился епископ Овидиопольский Аркадий. Он и строитель, он и хозяйственник, он и архитектор. А самое главное, что он митрополит, духовный отец, наставник каждого из нас. Митрополит Агафангел вложил и продолжает вкладывать в верующих те духовные зачатки, которые крайне необходимы сегодня в жизни каждого человека, города и страны. Не зря сказано, что если город не благословен, то напрасно бдит городская стража. Все в нашем мире действительно зависит от благословения Божьего. И мы искренне надеемся, что и наши молитвы, и те дела, которые мы делаем, они действительно приводят к тому, что над нашим городом есть Божье благословение. Одесса – поликонфессиональный город, но большую роль – духовную, культурную, просветительскую – играет православная церковь. Это ощутимо в нашем городе прежде всего тем, что церковь возглавляет творческий, глубокий человек – владыка Агафангел. Много теплых слов можно было услышать о митрополите на открытии выставки, и сама его масштабная деятельность на кафедре – яркое подтверждение всенародной любви и уважения. За 25 лет служения на Одесской кафедре увеличилось во множество раз, во много крат приходов, храмов, построенных, отреставрированных. Владыка пришел на Одесскую кафедру, в городе Одессе было 8 действующих храмов. На сегодняшний день 56 действующих храмов. Это только в городе Одессе. Представленные в экспозиции фотографии рассказывают о возрождении, строительстве и реставрации храмов, часовен, монастырей, о чудотворных иконах, о новопрославленных святых, благотворительных и просветительских учреждениях, развитии духовного образования и церковного искусства, воскресных школах, творческих мастерских и других сферах церковного домостроительства Одессы под амофором владыки митрополита Агафангела. Тут огромный труд, та забота, которая проявляется владыкой Агафангелом, представлена здесь. И в том творчестве, которое развивается. Его работа вдохновила многих художников в своих произведениях. Поэтому на выставке можно увидеть профессиональные работы художников одесских и также детские рисунки. Также на выставке, которая будет работать до 21 ноября в Доме милосердия Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, представлены изделия золотошвейного, мозаичного, иконописного искусства отделения Одесской епархии.